круто, а ты типа, ну что-то все прочие вещи, и ты типа такой, я не мог работать на вот этой вот работе по сбору вот этих вот всех полезных ископаемых. Хочешь, чтобы вот опять я забайтился на то, чтобы сказал, и которому я, в принципе, ну, наверное, могу доверять, потому что он предоставил растянуть весь этот хронометраж, потому что я всегда переназначал эту клавишу на Shift. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. И я вас снова поздравляю. Это почти ежедневный, почти ежечасовой, почти знаменательный выпуск Arizona Mobile. Вы его наконец-то дождались, он наконец-то выходит. Не знаю, выходит он в 20:00, либо выходит немного попозже, может быть немного пораньше, может быть что-то наподобие того. Вы знаете, после того, как я начал выкладывать видеоролики по Arizona Mobile, потому как все это установить, потому как все это сделать, там по всяким вот этим вот дайджестам Arizona Mobile, многие люди начали, мол, знаете, писать мне, говорить, мол, слушай, чел, а у меня вот такая-то проблема, а у меня вот такая-то проблема, что мне сделать с этим, что мне сделать с тем. Между тем, многие люди со мной делились какими-то способами решения моих проблем, которые у меня, возможно, когда-то появлялись с Arizona Mobile, либо появлялись у других людей, я это озвучил в своих видеороликах, и чуваки такие, да вы чё, это же простейшая, типа, проблема, это же решается легко, элементарно и вообще круто, а ты, типа, ну чё-то ты, блять, не догоняешь немного, видимо, как работает все это, я не знаю, государство, то ли еще какие-то вот эти вот нормативные все устрои. Однако, ладно, это не важно. Ведь сегодня у меня для вас знаменательная новость. И это, знаете, это не кликбейт. Это не какой-то такой громкий заголовок, как я все это люблю называть. И как это на самом деле называется, это нечто другое. Но знаете, вот этот вот мем, когда ты типа такой вот этот вот интро 20 век Фокс, но вместо этого типа вы не понимаете, это другое. И там Купянск, вот это вот все треки, Купянск Эдишн, там все прочие вещи. И ты типа такой, блять, пиздец, это смешно, это же реально. Типа другое, и вот все вот это прочее. Ну ладно, ладно, я уже разговорился тут, знаете, наверное, на около 2 минут, может быть, на минуту 50, может быть, на минуту 45, а может быть, на минуту 40 или вроде того. И типа, ну, в самом деле, и я такой, блять, о чем я вообще должен был сказать? Дело все в том, что один из моих таких, знаете, дорогих зрителей, у меня других не бывает, а ебал вас всех в рот, как говорится. Дело в том, что он мне скинул некоторую такую, знаете, инструкцию, некоторый такой, знаете, видеоотчет, в котором он сказал, что вот раньше я не мог работать на вот этой вот работе по сбору вот этих вот всех полезных ископаемых, руды и всего прочего, а вот сейчас основатели, разработчики, создатели и все прочие чуваки с Arizona Mobile, они все это починили, они все это сделали, и теперь это, ну, как бы делается, ну, получше, чем могло делаться до этого, и вообще все прочие вещи, которые там только могли быть со всеми этими вещами, поэтому, да, вот оно как-то вот так вот все делается, и я действительно, я типа такой подой, чел, ну, типа, ты серьезно это, или ты, типа, угораешь, там, ты хочешь, чтобы вот опять я забайтился на то, чтобы зайти в диалог и такой, типа, блять, а чел-то на самом деле хотел мне просто хуй в личку скинуть, какой-то такой, знаете, большой, либо маленький, либо средний, и такой, типа, ебать, так ты же затроллен. Типа, ты, ну ты ж ты ебаный этот, блять, лох. Пиздец, ты подумал, что тут будет какое-то решение проблемы? Нет, нет, там его не будет. Но каково было мое удивление, когда этот самый человек, он, к сожалению, не сказал, огласить его имя или нет, в следующем подобном видеоролике, если он этот посмотрит, то есть он уже знает, о чем будет следующий подобный ролик, он сможет мне написать, типа, надо будет огласить его имя или не надо будет огласить это имя, как имя некого источника данной информации, который мне обо всем этом рассказал, который обо всем этом мне сказал и которому я, в принципе, ну, наверное, могу доверять, потому что он предоставил, ну, просто жесть, какие пруфы. Возможно, он меня обманул и до сих пор, то есть, нельзя поработать и до сих пор это все не делается, но вроде как я слышал от многих людей, что все это уже пофиксит там в комментариях, а везде в прочих вещах. К сожалению, сейчас я не имею возможности зайти в Arizona Mobile, чтобы все это проверить. Но у меня для вас есть небольшой квест. Вы имеете возможность все это проверить на Arizona Mobile. Заходите туда, по айпишнику в описании, вводите мой никнейм Dante Connor, и там, в общем-то, после достижения вами 5-го игрового уровня, вы получаете себе 300 тысяч вертов. Там также есть мой промокод, там также есть все прочие вещи. Вы могли подумать, что это конец ролика, но на самом деле нет. До конца ролика еще там, знаете, минута, может быть две, может быть три. Я не знаю, насколько еще я смогу растянуть весь этот хронометраж. Неважно. Так вот, дело в том, что вы можете зайти в игру и в самом деле проверить, а обманул ли меня этот человек
человек или нет, или он реально такой, знаете, крутой, классный и так далее. То есть раньше для сбора руды, то есть потому что сервер портирован с компьютера, нужно было нажимать либо Shift, либо пробел, ну то есть кнопка, которая у вас назначена на бег. Лично я не знаю, кто в GTA Самп бегает на пробел, потому что я всегда переназначал эту клавишу на Shift, и мне вообще было непонятно, типа, люди, которые бегают на пробел, вы вообще, вы существуете? Вы есть такие люди-то или нет? Просто я не понимал, вы типа есть или вас нету, или кто вы вообще такие, кто бегает на пробел? Мне всегда было привычнее бегать на Shift, и если в данной игре есть возможность поменять управление, поменять, сделать все так, чтобы тебе было удобно, то почему я должен все это терпеть, почему я должен со всем этим соглашаться, и почему я должен быть таким, ну, какой-то мразью, возможно, да, зайти на вот этот вот весь, я не знаю, ну, договор со своей совестью, со своей судьбой, со всем прочим, ну, вот то, что я могу сейчас видеть, наверное, я могу сказать, что вот Arizona RP, Arizona Mobile и все прочие чуваки, они все это пофиксили, поэтому, ну, в общем-то, заходите на сервер, все это тестите, все это пробуйте, все это проверяйте, к сожалению, непонятно, когда пофиксят вот этот вот весь квест с грушей, квест со всеми вот этими прочими вещами, в котором тебе, типа, ты такой боксер, и тебе нужно там, знаете, бить грушу для того, чтобы вот набивать себе какие-то вот эти вот опыты, какие-то экспириенсы, все прочие вещи для прохождения данного квеста, и там, в общем-то, это не работает. И непонятно, пофиксили это или не пофиксили, или вроде того, а может быть, данный видеоролик это вообще такой, знаете, фейк-ньюс, и не пофиксили вообще ничего. Однако, ладно, с вами был, сами знаете кто, заходите на Arizona Mobile все это тестировать, либо на Arizona RP, знаете, не тестировать, а уже играть. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, в общем-то, как у меня все это пойдет. Всем до свидания.